Просто для тех, кто хочет расширить цветовой диапазон белья. Это наша Грейс. Просто не знаю, опять же, насколько передает камера, но это нежнейшее сочетание холодного серого с пудровым розовым. Да, сочетание, конечно, хорошее. Невероятно красивая коллекция, хорошо смотрится на теле, как на светлой, так и на загорелой коже, что является большим плюсом. Что вам еще не показала? Ну, вот, это наша Палома. Палома у нас тоже прекрасная. Да. Очень вижу. Тонкое кружево, невероятно тонкое вот кружево. Вот оно висит в воздухе. Сюда действительно подойдет больше всего. То есть иногда даже не представляешь, насколько искусно его делают, потому что оно лежит... Страшно надевать. Кажется, все это настолько тонко. Очень тонко. Коллекция в основном, она без пушапа. То есть это опять же из-за того, что кружево очень тонкое, не хочется накладывать его на какую-то... Это утяжелит. Да, очень сильно утяжелит. Хотелось подчеркнуть именно вот эту вот невесомость. Вот опять же паутинка такая. Вот. Да. Смотрите. Из этой же коллекции. Ну и дополняет эту коллекцию две прекрасных вещи. Это, во-первых, юбочка. Ох, какая. Для модниц. Да. То есть она совершенно воздушная. Такая вот юбочка. С атласными лентами. И... Ох, какой будуарный стиль. Да. И самое главное, это наша сорочка Палома. Да. Потрогать. Красоты, да. Ой, какой мягенький. Опять же, мне нравится очень рисунок кружева на подоле. Так, девушка у вас не ходит здесь, не надевает? Нет, вы на этот раз не брали? Нет, в этот раз у нас нет девушки, которая ходит и одевает. В сентябре надо сделать. Сделаем. Но на самом деле, вот красоту именно этого кружева можно ощутить и так. То есть оно... Ну, главное, один раз его потрогать, и сразу все поймешь. Так, вам опять поставить вентилятор. Чашка, ажурная спинка у нас. Ирина, нет, поставить вентилятор потом, когда будет девушка одевать. Оно и чтобы будет раздувало. Это раздувает, будет струиться по телу. Да? Ну, то есть будет такой визуальный такой эффект. Вырез сзади с атласными лентами. Угу. Здесь также представлена наша новая коллекция. Наши друзья из Марк Андре с удовольствием и с интересом смотрят на то, что мы представляем. Вам тоже наверняка нравится. Это совсем другой стиль. У вас один стиль совсем другой, приятный, интересный. А здесь тоже вещи красивые. Грация, да. Даниэла. Вот Даниэла – это прям секс. Тут другого слова просто не подберешь. Нужно посмотреть решение на спинке. То есть оно такое, немножко корсет. Здесь ритм такой создается. Геометрия. При этом эта геометрия очень аккуратная. То есть она не агрессивная, она скорее подчеркивает какую-то женственность. Ну, я представляю, как это на теле смотрится. Ну, и очень востребованный модный прием, когда крепление бюста на шею с косточками. Так и хочется девушку посмотреть, рассмотреть со всех сторон. Вчера имели возможность рассмотреть именно эту модель на показе. Ага. Так, еще одна новая коллекция. Так, у вас предзаказ или со склада? У нас предзаказ или со склада? Ну, Ирина, и так, и так, да, потому что Ирина занимается вот креативом, да, но не продажами, поэтому мы... Не все детали взаимодействия с партнерами знаю, сейчас показываю поэтому... то, что у вас на экране. А, ой, пожалуйста. Да, мы сейчас любим делать рекламные ролики, они очень эффективны в продвижении. Конечно, если иметь это все, такую плазму в магазине, то внимание обеспечено. Сначала туда, а потом на изделие. А еще внимание к таким роликам обеспечено в интернете. То есть они работают гораздо эффективнее обычных постов с фото и в социальных сетях, и в принципе у партнеров. Конечно. Это все живо. А нашим партнерам мы предоставляем весь видеоматериал, весь фотоматериал и вообще полностью вся рекламная поддержка, которая только возможна. Это вот еще одна наша новая коллекция со шнуровками. Тоже шнуровки, это сейчас ультрамодная тема. Начиная от обуви, заканчивая какими-то корсетами. Сейчас последний тренд, который поддерживают мировые звезды Бейонсе, Риана, поп-певицы, актрисы. Это ношение корсета поверх верхней одежды. И это добавило шнуровкам еще больше популярности. И мы включили их в новую коллекцию. Ну, вы прямо на пике тенденции находитесь. Что у нас тут еще?
еще? Ну, вот, собственно... Ирина, переходим дальше, мы не успеем. Хорошо. А на самом деле здесь дальше мы практически... Вариации. Это, скажем так, те наши модели, которые все уже знают. Они были представлены в предыдущих коллекциях. Кроме одной, мы выпустили коллекцию именно домашней и спальной одежды. Это коллекция Миранда. Я хотел это бы сказать, мой фаворит, не столько Тедди. Спать в ней, как вот перед кажется, отходом ко сну. В ней можно и спать, и перед отходом ко сну. Это невероятно красивая коллекция. И сзади с покажем вот это с четко выраженным вот рисунком. Опять же, шнуровкой сзади атласной. А в коллекции представлен Тедди. Невероятно воздушный о, халат. Халатик красивый. Такой, да. Вот с таким вырезом на спине. Кажется, его подбросишь, и он будет плыть по воздуху. Добавляет полет, да. Да. А, также представлена сорочка. Еще один мой фаворит – брюки. Да. Это очень красиво выглядит на теле, можно посмотреть в наших каталогах и на сайте. Коллекция уже есть, ее уже представляли модели, и выглядит, конечно, волшебно. И еще один вариант комплекта. Это мантии да, и шорты. Тоже прекрасно смотрится. Ну, скажем так, на любой вкус. Дорогие зрители, впечатлились? Хочется надеюсь, это все. Да. Хочется все это иметь в своих бутиках и будуарах. Вот, я пожалуйста, надеюсь, Грация да. Рим. Обращайтесь к Ирине, обращайтесь к нам, мы дадим контакты компании. И украшайте свои торговое пространство таким да. вот красивым ассортиментом. А главное, прививайте хороший вкус к белью. Конечно. Да. Безусловно. Посмотрите, вот такие ролики. Вот это образы. Вот то, что вы показывали только что, как это все струится. Да. Кого может оставить равнодушным? А какие прекрасные подарки мужчины могут делать, да? Конечно, безусловно. Вот, смотрите. Безусловно. Зная так базовые так, размеры. Вот, можно делать. Упаковка. То есть упаковка у нас есть. Для подарочного варианта. Да, для подарочного. Скоро 8 марта. Что дарить? Вот для себя, для мужчин, для себя любимых можно дарить такие вещи своим девушкам, женам. Так, не видим. Пока не видим. Ну, мы их не видим, но у нас есть великолепные атласные мешочки, которые поднимают цену любому подарку вдвое. То есть это правда. Поверим. Способ преподнести подарок, и атласные мешочки прям решают, если действительно нужно что-то подарить. Хорошо. Ирина, спасибо огромное. Не за что. Приходите спасибо. К нам еще. Всегда рады ну, вам. Каждый год мы будем да. делать репортажи да. с вашего стенда, старая, потому что дружба. Есть что показать, есть чем удивить, поэтому мы очень довольны, что мы с вами сотрудничаем и предлагаем российскому рынку лучшее, что есть в сфере белья. А вы как раз на передовом крае находитесь. Спасибо, нам всего очень лучшего. Приятно. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания.